О! Успел. Капец, вот сейчас неожиданно было. Ага. Привет, Витёк здесь, и это One Night at Flamptis 3. Третья. Hard Bullet Mode. Ну, как говорится, вкрутую сваренный режим. Давай, попробуем. Как и обещал, Витёк всё попробует. Ох. Так, этот греется. Но они тут сразу пойдут все. Надо вспоминать. Этот тоже бежит. О, блин, он уже яйцо хочет меня сожрать. Да-да-да-да-да-да. Какое лицо прикольное. Так, этот тоже идет. Этот идет. Клоун пошел, этот полез. Собственно, здесь врагов-то больше и не будет, да? Они просто будут идти капец как часто. Стоп, собака же еще есть, да? Надо успеть погреться. Они здесь все очень быстро передвигаются. Так, клоун первый. Этот уже здесь сидит. Клоун идет. Этот рядом. Так, stay away. А! Блин. Да куда ты? Че не фоткаешь? А, правой кнопкой. Блин. Капец, у него рот, он меня ни разу тоже не ел. Это GG, да. Слушай, я, получается, не умирал от таких прикольных чувачков. Мне очень понравилось от бобра умирать. Он такой клевый. О! Пёсель. Так, этот уже здесь. Клоун уже идет. Это уже совсем скоро будет у меня. Как-то он быстро здесь ходит вообще в этот раз, да? Пора сразу фоткать. Я уверен, его даже можно без просмотра фоткнуть. Уже клоун пришел. Сейчас этот прыгнет. Но я погрелся, слава богу, да? Терпим. Клоун уже ушел. Да, здесь очень прытко они все ходят. Капец, очень быстрые. Здесь stay away. Этот выходит потихоньку уже. А этот долго в печке сидит почему-то. Смотри, просто вообще не вылазит оттуда. Успею погреться. Коробка долго ходит. Коробка нормальная. Далее он уже здесь. Так, этот уже ползет. Клоун. Коробка уже здесь. Шел вон. Скоро будет клоун и этот. Надо погреться. Все, это уже здесь. Шел вон. Клоун где? Клоуна нету. Успел. Окей, ждем, когда клоун пройдет. И фоткаем еще раз. Все. Так, этот дошел. Блин, не успею. Надо было как-то успеть погреться. Так, этот лезет. Ну, тут я не знаю. Он долго сидеть будет. Клоун идет, эти все далеко. Надо дождаться. Дождался. Фух. Я уж думал, сейчас все, охлажусь по полной. Но нет. Успею ли я досидеть тут до максимума? Вроде досидел, да? Коробкин еще не пришел. Где клоун? О, этот чувак идет. Хеллоу. А, сейчас надо смотреть, кто первый, да, заходит. Ну-ка. Они оба. Твою налево. Тогда смотрим, когда клоун появится. А, тварь! Черт. Опасно. Собака. Капец, как я вовремя вышел-то, а? Собака прям здесь. Так, этот пришел. Клоун идет.
Отлично. Мы перешли с вами в другой режим. Отогреваемся, там уже яйца появились. А чё это 49% тоже сразу? Нечестно. Где? Так, камера А. Окей, запомнили. Таймер идет. Так, вспомнить надо, а где тут кто-то? Так, яйцо паук. Окей, это яйцо идет, это ползет. Блин, уж сразу новый этаж привезли. Офигеть. Офигеть. Так, этот лезет в камеру, сейчас explosion будет. Это яйцо идет, это яйцо тоже идет. Не понял, а здесь почему яйцо тоже есть? Почему везде яйца есть? Как там? Ай! Ух, блин, опасно. Ух, блин. Ух, блин. А! Блин, успел дойти. Как они здесь быстро ходить начинают, а? И они ускоряются, главное, все время быстрее и быстрее. А, там же клоун мог быть. Господи, страшно. Ой, я сейчас замерзну, судя по всему. О, я не рассчитал, ребят. Я сейчас сдохну от мороза. Пожалуйста, уходи отсюда. Дай мне погреться. Уходи. Пора идти. Все. Не рассчитал. Опять бобер. Опять адский бобер меня сожрал. Всем бобра. С вами Витек. Давай погреемся и пойдем бобра встречать. Собакин. Хан. Ждем, когда клоун отойдет. Да, его же не было там. Бобер. Все, я не успел. Замерз. Нет. Капец, как я вовремя вышел из грелки. А теперь главное вовремя зайти в нее, да? Успеть. О, ноу. Долбаная опять штука сожрала весь мой... Я говорю, здесь нельзя ошибаться на этом яйце. Ошибся на яйце в тепле. Тебе не простят. Странно, клоун есть, собаки нету. Есть собака. Опять я всрал, да? О! Успел. Капец, вот сейчас неожиданно было. Я уже понял, что он идет. Я уже прибежал туда, уже фоткал. Но не успел. Этот момент, когда собака, бобер и клоун одновременно приходят, и все на нем сливаюсь, да? О боже, собака. Все время забываю про собаку. Так, клоун идет, этот идет, этот идет. Погреемся. Клоун самый безобидный, если собаки только нету. Потому что с коробкой они здесь не пересекаются особо. В этом режиме. В первую ночь они там с коробкой пересекаются периодически. Так, я опять не догрелся, да? Ой, ну давай, ладно, терпим. Клоун пошел, этот сидит. А, уже все? Быстро он как отвышел этот раз. Там коробка даже еще не вышла в нашу сторону. Коробка, а? Хотел укусить меня. Скоро собакин придет. Что, клоун идет и собакин должны прийти. Где ты?
Сидеть. Я сказал сидеть. Блин, греться надо было идти еще. Как нужно было еще успеть погреться, я не понял. Так, ладно, живем, греемся. Коробка довольно далеко, да все довольно далеко, да? Сейчас, по идее, еще успеем погреться пойти. Ну давай! Ух. До максималочки успеем? По идее, должны. Все далеко были. О, все здесь. И этот здесь. Хорош. Всех распугал. Раз, два, три, четыре. Валим. А, не, он далеко. Собака. Так, клоун, хреноун. Так, печка занята. Этот полез в вентиляцию. Так, печка все еще занята. Собаки нет. Так, печка освободилась, клоун идет, неинтересно. О, так. Переходим в режим. В другой режим. Так, яйцо в А. Так, глаза пошли. Яйцо пошло. Надо почаще греться ходить, да? Здесь паук тоже часто будет бегать. Так. Билимся, живем. Паук лезет. Здесь чуть-чуть осталось. Этот идет. Пилимся, живем. Господи, паук идет. Фоткай, фоткай. Так, а еще. Так, это еще не дошел. Cancel. Боже мой, какая дичь, а. Этот дошел. Чуть-чуть погреться. Отойти. Что тут, дошел он? А, он вообще еще не дошел. Где паук? Его нету еще просто. Блин, как я рано лазеры включил. Боже мой, что происходит? Я потерялся весь. Так, теперь в Б. Паук идет. Этот рядом. Этот еще далеко. Этот тут. Так, чувак в Б. Так, это должен быть за дверью, да? Пойдем погреемся. Три, четыре, где ваш странный паук? Ай! Сейчас паук сожрет. Нет, он еще лезет. Так, Б.
Жесть какая. Паук. Нету. Есть. Везло яйцо. А-а-а! Хорош. А-а-а! Какая жесть! Как они все меня хотят! 6% энергии осталось. Все, греться больше не имею права. Так, Б идет. Паук. Есть ли смысл лазеры включать здесь? Не знаю. Прошел! Я не ожидал даже, я не смотрел на время! Эй, я видел, что уже близко где-то. Ну, я же сказал, вторая часть, она легче намного. Вторая часть реально намного легче. Уху. Ну чё тут, апокалипсис продолжается? Да, детка, птички поют в этот день, как этот. Такие дети, как ты, должны ставить лайки под этот видос. Понятно? И делиться им с друзьями, и писать в комментариях. И ведь... О, я скучал по тебе. А, я буду скучать по тебе. I'll miss you. Да! Вкрутую сварил! Хорош! Хорошая концовочка. Все, звездочка, ребят, пройдена! Нормально, я уложился в 43 минуты. То есть видосик будет минут 20 максимум, может даже меньше. Так что, ребята, поддерживаем. Комментарии свои напишите там какие-нибудь, типа, я бы сделал так, я бы сделал сяк, а вообще можно написать, Витёк, ты крутой. И мне будет приятно. Я, может, даже сердечко поставлю. Вот так вот я. Лайки ставьте, писаем ссылочку на плейлист игры. Ну и делитесь с друзьями. Все, пока, 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 пока. Затащил просто. Просто затащил. Тащумба. Кто тащумба? Я.